каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстители. У меня почти финальная часть игры под названием Модок. Но перед тем, как мы начнем проходить данную прикольную финальную серию классной игры, хочу сказать всем тем, кто меня поддерживал за протяжении прохождения этой игрушки от начала до конца, огромное спасибо. Ваша поддержка, ваши подписки и лайки помогли продвижению меня и всему остальному моего канала. Огромное вам желаю спасибо. А тем, кто вроде отписывается, сначала пишут, что типа будет дружить, а потом втихаря отписывается, пошли не нахрен, честное слово. А всем тем, кто классные, желаю успехов на их канале и в личной жизни, чтобы не все было охеренно. А мы начинаем проходить финальную часть игры под названием, еще раз повторяю, Модок. Я желаю всем приятного просмотра. Капитан Америка — очень крутой мститель. Финал обещает быть очень зашибенным и охеренным. Кажется, я в зале управления питанием. Ищу последний передатчик. Все подключено к сети. Ищи аварийные выключатели. Они нужны. А им на случай ремонта. Вау, ящик, нифига себе. Да, финал обещает быть правда охеренным. Ой, 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 ой. Этого я не хотел. Что-то не так. Мы уже должны были найти нелюдей. Вспомни, как серьезно охранялась тюрьма. А им не отдаст их просто так. Мы не можем освободить их, пока не убедимся, что АИМ не траванет их газом ко всем чертям. Тони, поделикатнее. Точно. Прости, Камала. Нет, вы правы. Надо прервать этот сигнал. Я стараюсь. Прикройте меня. Так, куда нам дальше идти, не могу понять. Так, это я понял. А как? Как? Как-то надо какую-то штучку-дрючку найти. Блин, финальная миссия просто огонь. Еще раз всем моим любимым дорогим зрителям, кто поддержит меня на протяжении, реально, от начала до конца до прохождения данной прикольной игры, желаю успехов вам в жизни и всего остального, правда. Так, ящик вот этот, фиговина. Так, хочу сразу вам все такое. Я костюм прикольный, как бы, закажите, да? Такой железный, класс. Так, вам, может, новые костюмы есть или у нас снаряжение? Так, внешний вид. Ух ты, сколько костюмчиков, но это самый, в принципе, Stark Tech. А, вот что за, как оно называется. В принципе, логично. Так, опа. На последней финалечке, на финале надо же апнуть кэпа. Докуда это возможно пока что. Ну, финал, правда, будет охеренным. И правда, огромное всем желаю... Огромное всем спасибо за поддержку меня. Правда, вы поддержали меня от начала до конца. И думаю, дальше будете поддерживать меня, как в принципе я и я вас. Так, вот это херовина, все. Вау, видите, как получается, да? Капитан, тебя там не было. Ты не слышал людей. Не знаешь их боль. Никто не должен так жить. Но хоть в этом мы согласны. Я видел, что случается, когда люди у власти решают, кто должен жить, а кто умереть, доктор. История не повторится. Тогда не заставляй нас переживать еще один день мстителей! А нам с тобой не приходилось, Джордж. Вот в чем проблема. Просто охищеннейшая, шикарная последняя финальная. Была не была. Миссия. Желаю, как бы, я полная удачи. Думаю, вы я тоже. Я почти на месте. Давайте-ка в конце немножечко поговорим о финале игры. Какой он будет. Эй, большеголовый! Сюда! Осторожней! От башни исходит странное электромагнитное излучение. Ну, не без трудностей.
Вау, 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 как весело, вы видели, как прыгнул Алик? Так, надо нам что-то прокачать себе. Мастерство, да? Кстати, это что у нас? Зеркальный щит. О, вот это пригодится. В финале. Блин, карточки, ну карточки. Вау, Алика, блин. Я люблю игру Мстители. Она мне очень нравится. Ого. Ого. Покажи им, Кэп. Разберусь тут и приду на подмогу. Их надо рассинхронизировать, чтобы дойти... Я помогаю Черной Вдове мочить врагов! Больше мочи, меньше болтай. Да, точно. Стою и стоять и смотреть, что я показываю, они не будут. Но я попробую. Сука, быстрая. Нет, ты подвинься. Так, мы... Ого, нифига себе, видели, как у меня с первого раза кокнул? Охренеть, блин, все, больше постараюсь не погибать, потому что финал, это все финал. Покажи им, Кэп, разберусь тут и приду на подмогу. Стою стоять и смотреть, что я показываю, они не будут. Видели? Я попробую. Ого. Их надо рассинхронизировать, чтобы дотянуться. Как дела у остальных? Сука. Я помогаю Черной Вдове мочить врагов. Больше мочи, меньше болтай. Да, точно. Так как из первого раза кокнул эту хрень, это было эпично, а? Это супер, а? Вау, да блин. Мне очень нравится Мстители. С большим удовольствием в конце. Вот когда еще и завершим, поговорим немножко об этой игре, дам я свою оценку, а? Ух ты! Ты мудинь, а? Или баба, ты хрен знает кто, сука, еще та. Так, куда нам вообще идти? Ага. Вау! Видели, да? С первого раза кокнул ту суку, а? Блединскую. Так, давайте опять, да? Раз. Два! Сим-сим, откройся. Так. Ага, всего интеллекта. Ага, все, понял. Разбег! У-ху! Блин! Не то, что я хотел, но ладненько. Кэп классно прыгает. Кэп, извини меня, что так получилось. Думаю, меня простит. Так, ну почти подходим. Куда-то не попадет. Источник питания передатчика где-то над тобой. Значит, наверх. Так, уничтожьте блоки управления, чтобы активировать активную площадку. Понял, понял. Так, вау. Фу, кто тебя? Ты что ты пополняешь еще в муде, не? Так, получается у нас... Ну-ка. Ух ты. А могу это как-то кранчиком что-то замутить или нет? Так, давайте разбежимся, может попробуем. Вау! Вау! А, мне кажется, может так никто не делал для меня. Ого! Да я знаю, что это финал, но тем не менее, покачать себя и просто полазить. Круто. Повеселиться? Можно, стикай Капитан Америка, правда, охеренно прыгает, а? Так, это что у нас надо тут делать? Что именно? Нет, я не пойму. Я походу что-то неправильно понял. Так. Ага, это я понял. А как именно это сделать? Так. Погодь, ты там может фиговины какие-нибудь есть, а? Или нет? Так, подожди. Нет, что-то же можно? Подожди, я что-то неправильно понимаю, походу. Ага. Так, походу там что-то есть, наверное. Во! Вот что получается, да? А как там? А? Ага, сука, конечно. Как там на самом деле это сделать? Блин, это как-то непонятно будет получаться, а? Не, правда, как это сделать? Вот. Я, походу, что-то не утупляю, да? Посмотрите, кнопочка тут идет, получается, нам надо там и там. Ну, а как именно мне замутить? Вот в чем вопрос. Так. Чуть-чуть только с кнопки я ухожу и получается...
Нет, получается какая-то фиговина. А правда как? А, вот, блин, вот балбесина. Вот я тупанул, простите меня. Немножечко не допер. Так, отследите сигнал управляющий линкорами и тащите его. Окей, окей, так, сигнал получится там, да? Ух ты. Ого, ого, видели, как ты подпрыгнул? Ладно, давайте еще раз и пойдем, потому что не весело, на самом деле прикольно. Посмотрите еще раз, как он подпрыгнет. Высоко! Разум сильнее материи. Да. Похоже, передатчик питает три ядра. Зачисти там все, и я найду терминал, чтобы открыть их корпуса. Принято. Принято, принято, Наташа. Вот сука, не зря еще там отбила. Сколько их там еще? Неважно. Мы боремся за правое дело. Надо же. А по мне так важно. Да, уж как там дела, Кэп? Вожу порядок. Это была просто разминка. Давайте! Ух ты, смуги, а? Вот терминал. Открой ядра, уничтожь их, и сигнал должен прерваться. И мы спасем нелюдей. Окей, окей, понял. Так, получится, куда нам идти? Ага, все, ясненько. Давайте, спасем нелюдей, имя супер крутых людей. Это нелюди как-то не очень, а? Так, а это получается, куда нам, мы что? Мы все еще можем сохранить свою человечность, капитан. Мы по-разному трактуем понятие человечности. Он что, не понимает, что нельзя сказать не люди, не сказав люди? Только что нашего умника проучила школьница. Да, Камала молодец. Если бы не она, мстители бы опять вновь не собрались бы, а? Так мы были бы по-разному, как сказать. В общем, не собрались бы вместе вновь. Поэтому Камала молодец. Респект и уважуха ей. Она супер, она классная, молодая героиня. Ух ты. А финал-то, правда, охеренный. Я понимаю, что я много раз сказал, но это правда охеренный финал. Кстати говоря, вас жду очень вас на завтрашнем моем стриме прикольненькой игрушки World of Tanks. Я хотел записать сегодня этот стрим, но не получилось. А именно сегодня, это 29 октября, я записываю за миссию, и 30 я выкладываю, потому что она будет рендериться долго, да и просто времени у меня нет. Работа, дела, еще такое. Вау, ладно, меньше всякой херни, больше позитива. Тебе почти удалось, Кэп. Чем труднее бой с АИМ. Мудрые слова, капитан. Сука. Ты сука. Блин, это жизни, жизни, только копнуть меня. Так, воодушевляющий крик, это, конечно, хорошо. А что с ним? Он его затупил. А типа объем его, а? Как бы пока он тупит. Видите, он тупо стоит, да? Вау, как просто крутой. Адепт от... Посмотрите, он тупо просто завис, я не знаю, может так должно быть, хреново, ладно-то. Давайте побьем его. Нам же лучше. Еще немного жизни и все. Последний посетитель тупо просто завис. Он просто... Это круто! Это супер, правда. Так, упа, упа. Высокое уровень снаряжения. Так, что там мы себе можем апнуть? Ага, выносливость, херня. Так, это тоже херня. Так, может тут можно что-то апнуть, а? Не, хрен тебе. И хрен тебе, да? А тут у нас что? Опа! Видите, можно было. Так, решимость. Ага. Подождите. 40 уровень. Ладно, у нас все минус идет. Владика, все. Погнали. Так. Последний там. А, все? Ну ладно, давайте. Что-то чувствую, сейчас жопа будет. Это последнее ядро.
Передача должна была прерваться. Нет, сигнал все еще идет. С места раскопок. Тепловой сигнал, как на День Мстителей. Он вызывает землетрясение. Модок определенно не хочет, чтобы мы узнали что-то. У тебя есть проблемы поважнее. Он что, он выругался? Это было ругательство. Спасибо, Тони. Я немного занят. Ладно. Нужна помощь? Да. На тебе эти пушки. Есть. Я с ним. Хорошо. Встретимся дальше. Сдохни, мститель! Я раздавлю тебя, как червяка. Зря Моника не дала тебе сгореть. Ну ты, сука, Модок, а? Паук, ты шумил, я ублюдок, а? Спасибо, Хаук. Огромное спасибо. О, мстители, молодцы, поддерживают друг друга, а? Что думаешь, Кэп? Видно, маячок был приманкой. Сигнал Тарлтона еще проходит. Вы боретесь с неотвратимым, неизбежным прогрессом, мстители. А вот это уже очень странно. Что случилось с его лицом? Вы можете задержать меня, но мне хватит тумана накрыть весь мир. Блин, я не могу простить хотя. Капец, у него такая большая башка стала, вот этого Тарлтона. Это капец, просто такая башки, большая-большая башкень. Это капец. Мстители, не выпускайте ни один из карантинной зоны. Тони, нужно подбить двигатели. Ну наконец-то. Хватит, Джордж! Ты убиваешь невиновных! И никаких шуточек! Не похоже на тебя, Старк! Я попытаюсь вырубить его двигатели! Никаких образов, Тони. Блин. Ой-ой-ой. Падай, никаких образов. Блин, понял. От двигателя стрелять, да? Так, вот там, блин, пули, да? А, блин, сука, ты убьёшь меня. Ой. Да финал ты охеренный, а? Спорить больно! Где вы двигатели, а мне интересно, а? Подождите, сейчас паузу быстро нажму. Забегаю внешний вид, у меня вон только какой я выиграл ему. Прикольненький, да? Дитя звезд, а? Давайте вот этот костюмчик поиспользуем. Да, он прикольненький, вот этот костюм, ничего не скажешь, а? Ну, я выиграл вот этот костюм, он вообще не был, реально. Вот этот костюм поиспользую. Так, теперь добивание. Ага, пушки, пушки стиль. Так, лучше станем эмблемы. Вот это используем навыки. Надо навыку прокачать, хотя бы давайте все в пике. Опа, а ты давайте вот это. О, зашибись. Так, снаряжение, мы можем как-нибудь более-менее Старка прокачать или нет? Ни хрена. Так. Походу нет, да? Походу он особый. Ладно, столько костюм прикольный другой взял. Так, где его двигатель, а? Сколько усилий, все зря. Ничего не изменить. Не люди, поверить человечеству.
это больно. Я им займусь. Всем разделиться. Мне нужно время. Моника заразила меня твоей кровью, капитан. И что? Я стал одним из тех, кого больше всего ненавижу. Если мне суждено умереть вместе с ними, не страшно. Как не победить его, мне интересно, а? Все, я уже понял. Энергия поступает из той штуки у него на спине. Да, сейчас разберемся. Ну, ты мудрый, а? А мудрый-то жесткий. Попробуй вырубить его главный двигатель. Это идея. Так у меня будет преимущество. Так, понял цель, двигатель, главный двигатель. Это же, сука, быстро действие происходит, а? Аж ты же мудрый, а? Блин, я просто тебя попытаюсь, а. Сука, достал, а. Башковитя, ты тварь. Ага. Еще немножечко осталось этого, сука, модака, а. Мстители, да помогите мне! Вот сука, а? Да ты все я понял, понял. Что надо делать, я это понял. А финал-то охеренный, а? Оживить надо кого-то, а? Так, подождите, будет, а? Смудрень, а? Опа. Чему тупой, а? Вот теперь вы меня рассердите. Еще осталось совсем немножко, и мы победим этого модика. Ну, может быть, конечно. Ух ты, сука, пропилями гребными, а. Что дальше? Спасибо, мстители, что помогаете мне, а. Видите, какой он сильный, да, сука? Ну, сука, я сильнее. Ай, модок, а. Тупая тварь. Не тупой, конечно, он, сука, умный, но... Сука, он один. А Моника, кстати говоря, где? Мне интересно, а? Давайте! Где его помощник, а? Он сбит. Все ко мне! Не надейтесь! На, вперед! Я за тобой! Черт! Есть идеи! Есть! Скоро буду! А теперь я тоже. Как только накопишь энергию, вмажь по нему. И щит отключится. Я понял. Ах ты мудень, адаптоид, а? А ты, сука, что убьет меня? Вот сука, а? Помогите, мстители! Кто-нибудь поможет мне, можешь помочь? О, спасибо, Наташа. После финала охеренная. Спасибо. Так, мне нужно подкачаться. Этот, сука, задолбал меня. Если как у меня так же... Сука, не такой сильный, как бы я хотел бы. Надо подкачаться, да? Опять, каким образом я погиб? Я опять снова погиб. Наташа, спаси меня. Ой, огромное спасибо тебе, Наташа. Ниса. Было достойно. А какой достойный то? Это позорно. Что баба спасает, а мы погибаем. Капец, позорно, а.
Так, чего нам не хватает? Ну, может, нам что-то апнуть можно, Тора? Это реально просто позорно так погибать. Так, ладненько, получится у нас так. Удар. Опа. Хотя бы что-то прокачаем, но, блин, просто Торик у нас что-то послабел. Так, получается, 17-23. Ух ты! Ну, во! Сейчас, быстренько. Сейчас, спросите меня, просто у меня Тора слабая, я не хочу потом сейчас погибать. Но костюм у Тора прикольный. Сейчас все поломаю. Так, не, не катит, да? Тут у нас что? Тут у нас все по минусам, да? Тут 23-й. Ага, тут максималочка, типа ничего такого не будет лучше, да? Ладно, внешний вид у нас что? Ага, внешний вид у нас такой. Ну, пускай такой и будет, кстати говоря. Хотя, этот костюм будет получше, честно, но ладненько. Пусть завитает. Блин, и сука, ну гнев небесный, ё-моё. Да, вообще не ожидал, что так столько раз я буду погибать в финальной миссии. Это просто такой пипец, а. Эй, блин. Так. Так. Я и правду призываю кровь. Как мне бифтор, я понял, надо подкрепить энергию, и именно получается, я понял, как именно, но что-то получится. Не, не работает, бифтор это получается третья, значит, да? Ладненько, прокачаемся, только свалим от этого, сука, достал меня уже. Блин, да какой же тоже слабый все-таки, а? Бежать надо, постоянно удалить же Тора. Вот это стало, сука. Ну, мудня. Я понял, блин, на принц Асгарда. Наташа уже столько раз спасает Тора. Это пипец, а. Честно, Тор такой слабый. Чисто позор. Ну вот, наконец-то тебе что, а? Открыть врата! Вы не понимаете! Вы делаете только хуже! Я должен вас остановить! Ни хрена себе! Ого-го! Это еще что? Страж Кри. Кэп, этот камень у него на лбу, не для красоты. Есть проблема покрупней. Да, понял. Охренеть. Тебе не победить. Камала! Поднимайся! Сюда! Запрыгивай! Камала, берегись! Старовяк, помоги Камале! Теперь за Халка играем, да? Ну, давайте. Ау, крушить, ау, красавчик. Подожди, да что в твою метя? Как же, честно скажу вам, я позорно погибаю, это просто пипец. А? Ну просто, сука, это реально мощная миссия, а у меня фигово прокачан герой, а. Поэтому да, я так погибаю. Оправдание есть, я достойная.
сука, достали уже, ну честно, а? Быстро, быстро, жизни, жизни. Беги, беги. Еще жизни. Так ты, сука, а? Так, пошли бы они нахрен, достали, сука, ну почему такие жесткие-то, а? Опять их погибло. Ну быстро жизни, а? Так, зеленый великан. Ого, опа. Сука, достали уже. Кажется, мы побеждаем. Мы же побеждаем. Снова вот есть. А сука, достали, а? Блять, победим. Камао, помоги мне, если можешь, а. Иди, Камао сейчас самой достанется конкретно, а. Ну да. Она не может спасти меня, блин. Твою медь, опять погибла, ё-моё, опять сначала, да что ж такое-то, блин, а? Финал какой-то, даже скажу, очень-очень сложный. На самом деле, миссия не сложная, просто я, как лошадь какая. Хотя взрывались, тупые хрени взрывались, да? Я помню. Достали взрываться уже. Опа, опа. Пришли по жизни из-за них, да, чё? Здесь будьте тупых мудни, а? А мне жизни нужны. Теперь я сейчас друг, кто тоже приходит в Бекули-Бейку, только правда он не стримит и без комментариев, увы. Но тоже у него прикольное прохождение, я вчера смотрел. Да сука, мощные ублюдки, а? Да скажу, очень даже мощные. Сука, нигде жизни нет, а? Сука, камнем гребаный прибью. Да сука, не заклебали, эти очень сильные ублюдки, а? Реально, достали уже, суки, а? Нам бы, сука, тут двое, блядь, сражаемся против этих мутаков, а? Не оставь тут мудей, хоть одного мудя надо убить, а? Ну вот, хотя бы что-то прокачал, утоплить, типа. Опа, этот мужик заколебал с камнями уже, а? И сейчас опять погибли, да что ж такое-то, а? Ну что ж делать, блин? Думаю, вы меня поймете, почему я погибаю. Хотя сейчас скажу вам, да вы сами понимаете, это чисто позор. Чисто позор погибать, а? Еще на бомбу иду, а? Не, я оставлю себе на потом. Зачем надо прыгать, прыгать и бегать? От тупых взрывов. Иди. Блин, только прыгать приходится, понимаете? Ну
место, учи эти хрень. Так, подождите. Может быть, можно что-то улучшить себя. А значит, ну, хотя бы Хауку что-то, но... Так, 39-й, 34-й. Так, 26-й. Я понимаю, что сейчас это не в тему, но когда еще потом мы будем это делать? Потому что будет бессмысленно. Пока у нас, честно скажу, не особо Хауку не улучшишь. 27-й. Так, теперь приемы минус. Зато ближний бой, защита будет получше. А нам капец как нужна эта фиговина. Давайте обнем. Так, это почти максималка, да? Ну вот, хотя бы Халк провел посильнее немножечко у нас. Тут просто все минусы идут. Ну да. Валика, это получается понятно уже все. Так, у нас получается навыки. Вау, вот это прикольная фиговина. Опа, еще какое-то очко. Ярость. Так, снаряжение, внешний вид. А на внешний вид у нас, в принципе, Stark Tech. У нас, в принципе, и есть Stark Tech. Так, кстати, какая коллекция? У нас коллекция разведданные, комиксы. Опа. Опа. Я все комиксы собрал Мстители на Бэл Классика. Вау, да? Прикольные Мстители. Прикольненькие, ладно, все. Дубль 20 на 103. Дима Лошара пытается спасти мир. Ух ты, сука. Ой-ой-ой. Скоро заколебали. Эти люди достал меня уже с камнями своими. Вот так вот его. Пошел нахрен, а? Сука, сильная тварь, а? Достали, приходится убегать пока что, а? Так, жизни. Ах ты ж зараза. Не-не-не, не катит. Если же помочь Камале, а? А где эта хрень? Где хрень? Ты, сука, с посохом, а? Получилось! Отведем их в безопасное место! Суки, а? Мудло, а? Прям, сука, в бошку от этого урода стрелять надо, а? Понял тебя, сука. Так. Тупой мудень, а? Вот, сука, мудень, тупой модок, а? Тебе, сука, я нахерачу туда, забывая. Он тут, блядь, всегда поймает, сука, он такой умный. Ну, да блин, а. Вот он достал, а. Блин, а. Так. Блядь, чуть промазал. Да, я понимаю, почему люди говорили, что финал офигенный, да? Ты проходил эту игру. Сука, что делает, а? Как он закрывается, а?
Да достал ты уже мудень тупой, а? Где ты, сука, башковик от меня? Я теперь не попался. Слышь, сука, что он делает, да? Достал уже. Ну же, скорей! Не смотрите! Тихалка, дебейте за Брюса. Я иду к тебе. Дальше тебе идти, а? А, бля, куда идти дальше? Я так и не понял, куда дальше идти. Я что-то заблудился, а? Поэтому погиб, извините, правда, честное слово, блин. О, боже, так, опять. Да, 80 затянулось, помнилось, честно, сделать побыстрее. Я с недели прошел бы за полчаса. Правда, просто я очень много раз умер. И поэтому. Так, я буду уметь. Опа, мисс Марио, что-то я получил. Дальше сюда. Там что-то было, блин, все, я понял. Все, я понял тебе, что там было. Я просто эти бегу по сторонам, не смотрю, поэтому столько раз погиб. Так, у Мао Сидзи прикольный костюм, а? В принципе, как у всех сидели, а? Я понял, что там было, я просто не надо было зацепиться за палочку, а? А я, блядь, пропустил момент. Только Мао реально охеренно дается. Супер, да, у меня на голове или чем-то там таким. Так, подождите, теперь. Во-во-во, вот там было. Так, подожди, я понял. Нет. Ты не поняла? Я хотел подчинить Тенген, заменить суперсилы, но я создал иное, не людей. Нет, это же несправедливо. Хоть дайте нам шанс. Ты хочешь использовать силу во благо, но ты не герой. Ты просто ошибка. Расти!
остальные герои Кабала! А поступать хорошо. Важно не быть хорошим! Я запомнил эту фразу Камала. Нелюди по природе жестоки и склонны к насилию! Я не больна! Ты не была больна! Да что это? О нет, только не это. Привет. Вы живы? О, тише, тише. Да. Ты справилась. Молодец. Теперь еще научиться не отрубаться. Ну и так неплохо. Точно. Неплохо? Это было круто. Спасибо. Эй, не оставите нас на минутку. Что? Все это время я думал, я поучал тебя и... потерял надежду. Я просто пытаюсь сказать... спасибо. Можно вас попросить? Привет. Теперь ты до 30 никуда, да? Да. Ладно. И теперь только учеба. И твои... и эти твои походы. Правда? О, Бо! Я так горжусь тобой, Бет. Но... мы не скажем Амми, ладно? Ладно. Пойдем. А снеки есть? Конечно. Есть хочется. Честно, финал просто был охеренный, охереннейший, суперский, а, блин, кстати, хотел два вопроса задать. Какой самый любимый герой Мстителей, больше всего, какой Мститель вам больше нравится? И пишите в комментариях, мне очень будет интересно. Более мой любимый Мститель, Капитан Америка. Ну и все Мстители, конечно, по-своему, каждый мне нравится, но мне больше Капитан Америка. Какой ваш любимый Мститель из всех Мстителей, самый любимый? Напишите в комментариях. Кстати говоря, финал был просто охеренным. У вас проходил эту приколикую игру Дима. Не переживайте, мы еще не прощаемся. Очень скоро увидимся в новом прохождении, а именно для прохождения игры Far Cry 1. Кстати, мне очень интересно, что же Тарлтон и Миномоток сделал с... блин, как там его... с Моникой. Что он с ней сделал? Мне это очень интересно, на самом деле, узнать было. Он что-то идет в колу... Как недавно избранный верховный ученый, я намерена избавиться от слабых звеньев изнутри. Никаких неожиданностей, никакого беспорядка в умах, только четкие планы и инновации. Имейте в виду, будущее все равно за АИМ. Клонирование, путешествие во времени,
Наши возможности безграничны. Теперь за работу. Ни хрена себе, типа намек на продолжение. Круто, мне очень понравилось. Я даю оценку ей 8 из 10. Просто моментами миссии были не оптимизированы в игре. Поэтому 8-9 из 10 из 10. А так эта игра достойная похвалы на самом деле. Просто игра охеренная. Да еще концовочка такая, мозг, потом этот гребаный робот, блин, потом кабал ему жопу надорвал в конце. Да вообще просто офигенная игра. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте и скучайте. Всем пока-пока! Остановка? Рада снова видеть вас, Кэп. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Но мы полагаем, что у АИМ новый лидер, который строит смелые планы по расширению. Легко быть смелым, когда тебя поддерживает и правительство, и общественность. Мы сможем переубедить людей, Тони. Даже если для этого придется нарушить закон. Ну, я обожаю играть не по правилам. Щит еще не восстановился полностью. Однако мы смогли собрать данные об операции Хаим. После событий в Сан-Франциско они трудятся, не покладая рук. Но вот что странно. Наши источники говорят, что Хаим проводит эксперименты с клонированием на новых синтоидах. И мы считаем, что они изучают варианты использования космической энергии. Когда ты сказала «странно», я надеялся, что на клонировании ты остановишься. Сейчас Мстители нужны миру, как никогда раньше. Можете на нас рассчитывать. Отлично. Если наши данные верны, то нам понадобится вся возможная помощь. Наши оперативники ждут вашего сигнала. Комната «Вред» на нижней палубе снова работает. Вы можете потренироваться, если это необходимо. Впереди у нас много работы. Вы успешно связали запись, ага, с профилем. Еху-ху-ху. Так, поздравляю, вы завершили кампанию общий сбор, однако борьба с ним не кончена. Монитор Пачини, новый верховный ученый, теперь управляет всей текущей деятельностью АИМ. Щит полагает, что у нее в планах есть несколько весьма опасных проектов, но конечная ее цель остается неизвестной. После обнаружения протоколов щита, помощь командору Хилл стала нашей важнейшей задачей. В протоколах были найдены координаты нескольких хранилищ щита, а также агентов, которые попали в беду. Остальные убежища Фьюри пока нелегко отыскать. Мы думаем, что в некоторых из них хранятся координаты остальных. Блин, финал был офигенный, наконец-то еще есть дополнительные миссии. Даже, может быть, после этого финала, сейчас это запишу, я их выложу обязательно, еще потом после. Получится сказать, игра была классная, прикольненькая, но это, получается, еще есть дополнительные миссии эксклюзивные. Сейчас я быстро зайду, проверю, какие же именно точно есть. Так, подождите. Подождите. База данных операции, ага. Ого, восточное побережье. Нифига себе, ого, получается тут может даже новые миссии какие доступные были. Ладненько, это уже может быть запишем или не запишем, в общем посмотрим, но финал был охеренным. Теперь очень прощаюсь, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, не болейте, не скучайте. То что теперь, всем пока-пока, увидимся в новых игровых прохождениях. А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.